Бисероплетение, резьба по дереву, выжигание по дереву. Да простит меня Пикассо, долбанное рисование. Ну, Вейусянец, из всех кружков ты выбрал убирать навоз за лошадьми. Но это же удобрение, все ради растений делаю. Пора сказать второму Александриту, что он овощ. Не нойзи ты, иди ты в одном флаконе. Сейчас быстро закончим, пойдем тусить. Помидоры, 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 овощи. Посмотри, как тут весело. Я сейчас блевану. Как говорит мне второй Александрит, глотай. Хочу ли я знать, когда он это ему говорит или нет? Фу-фу, фристайло. Второй Александрит, а ты че без затычки для носа? Счастливый коронавирусный человек. Кстати, могучие старцы говорят, что убирать вместе навоз весьма сближает. Кого сближает? Людей рвотные позывы. А чего ты не сближаешься-то? Так, чайник из красавицы чудовища, подожди, сейчас приду. Ну ни хрена себе, тут что, в бочках нефть пылала? Какая же бесполезная хрень в древнем Китае. Второй Александрий, ты выше меня, куда так шагаешь? Подожди. Здравствуйте. Хватит делать вид, что ты меня не слышишь. Нам пора обсудить наши отношения. Хлобысь-бысь-бысь-бысь-бысь. У нас тут любовь запрещена. Да в том-то и дело, я даже не знаю, любовь между нами, не любовь. Он на меня смотрит, как будто бы я какао с пенкой. Я не понимаю, что чувствую. Какао с пенкой? Не смотри так на меня! Чпоньк! А я тебе о чем говорю? Обосраться, не пересраться. Вжух-жух. Зато обливаться, переблеваться. Да тебя никто не просил навоз таскать. Ой, бля. Моя любовная любвеобильная любовь. Что случилось? Повернулся в другую сторону, да, резко гемоглобин низкий, понимаю. Еще температура шалит. Вчера плюс 11 было, сегодня плюс 34. Сдохнуть можно. Хватит, на меня так смотреть мне некомфортно. Зато мы выяснили, что ты ему не безразличен. А чё он тогда до сих пор так на меня смотрит? Блин, послушай, у нас беседа, конечно, ура идет, но тут предмет нашего обсуждения все слышит, и как бы неудобно. Убивающий взгляд убийцы. Вейусянь, ты ж пьешь? Если это вопрос-то сейчас нет, а если предложение, куда едем? Да. Всем доброе утречко! Сейчас 5 часов вечера, тебя 2 дня не было, ты где шлялся? Взгляд тревоги и любви. Мы из пластилина лепили. А знаешь, чтобы я слепил из пластилина? Отойди от меня со своей радужной призмой, дай мне силы. Так где ты был-то? Да мы сидели, бухали с Венчау, на утро проснулся в Самаре. Ты, кстати, ужин пропустил. На, держи, я тебе схватил одну штуку. Спасибо. Ты не радуйся так, это пельмень замороженный. Безвкусный какой-то.